До 2020 года в Якутии выведут из эксплуатации все самолеты Ан-24. Их заменят более экономичные и современные аналоги – канадские самолеты «Бомбардье» Q-300 и Q-400. Об этом сегодня на встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько сообщил первый заместитель транспорта республики Георгий Егоров. Однако, чтобы иностранные самолеты смогли летать в отдаленные районы Якутии, необходима реконструкция аэропортов и соответствие взлетно-посадочных полос. В части реализации мероприятий по строительству и реконструкции 15 аэропортовых комплексов Якутии внесено изменение в федеральный бюджет на 2015 год, приостановлено финансирование реконструкции в рамках ПЦП, экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона периода 2018 года. Мы хотим отметить, что несвоевременное проведение работ по реконструкции аэропортов приведет к транспортной изоляции отдаленных арктических районов.